Добрий вечір. Раді вітати всіх глядачів телеканалу ЗЕТ. Як завжди, саме у четвер о 6:30 стартує черговий по місту. Тож радий привітати у нашій студії заступника міського голови Володимира Волобуєва. Добрий вечір. Вечір. Як завжди, всім глядачам кажемо, що ми спілкуємось наживо, і саме у вас є можливість зателефонувати до нашої студії, а також можна ваше питання надсилати завдяки іншим комунікаціям. Як завжди, наші месенджери готові приймати ваше запитання. Тож всі можливості ви бачите на своєму екрані. Тож головне, якщо у вас є питання, які пов'язані з вашою будівлею, з вашим двором, з вашим районом або взагалі все те, що турбує місто Запоріжжя, як завжди готові будемо вислухати це запитання та допомогти його вирішити завдяки нашому гостю. Ну, а як завжди, за традицією, тут же звертаю до нашого гостя, пане Володимире, розкажіть, чим живе місто Запоріжжя останнього часу, зокрема, яка ситуація і по коронавірусу, і планові роботи ніхто теж не відміняє. Да, основной вопрос на сегодняшний день – это заболевание коронавирусом. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы озвучить информацию. На сегодняшний день в городе Запорожье было зарегистрировано официально 161 случай заболевания коронавирусом. Из них 21 человек выздоровели. К сожалению, один у нас смертельный случай. И на сегодняшний день на лечении находится 139 человек. За последние сутки какая тенденция? К сожалению, тенденция на уменьшение, на спад не идет. За последние сутки у нас заразившихся 13 человек. Из этих 13 человек мы понимаем, что это люди, 11 человек – это так называемая контактная категория. Контактная категория – это люди, которые общались, будем так говорить, в местах большого скопления. Это те люди, которые не соблюдали меры предосторожности, то есть не выдерживали те требования, которые предоставляли врачи в рекомендациях своих для того, чтобы не заразиться данным заболеванием. И це турбує перед цвітами, до речі. Да, но, к сожалению, наши жители не прислушиваются к этим. Если обратить внимание, что происходит на улицах, даже при условии, что работают наряды Национальной гвардии и полиции по упреждению. Однако количество людей возрастает, и самое печальное, что количество людей возрастает без масок медицинских, будем так говорить, не только медицинских, а любых масок. Количество людей возрастает более 2 человек, то есть люди выходят в парки, скверы. Выходные показали, что если парки закрыты, но наши жители находят другие места, где можно по 5, по 10 человек собраться, и в результате потом мы имеем всплески. Общая ситуация по заболевшим, будем так говорить, город Запорожье находится на 16 месте по количеству заболевших. Ну, и... Одним из осередків був гуртожиток, про який теж багато говорили. Як да, там взагалі складаються обставини? Ну, будем так говорить, это не один такой большой случай. Это случай, который был выявлен на этой неделе. В результате обращения в поликлинику было установлено, что у одного из жителей заболевание коронавирусом. Согласно инструкции, которые предоставлены медицинскими работниками, были проведены анализы. И на 5-м этаже, то есть это полностью на одном этаже, было выявлено 16 человек, заразившихся коронавирусом. На сегодняшний день эти люди размещены в областной инфекционной больнице и в 7-й больнице, проходят лечение. Ухудшение состояния пока что мы видим стабильное. Дальше будем смотреть, в каком направлении будем двигаться. Сразу говорю, что все... погіршення немає, стабильно... Да, все медучреждения города обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, медпрепаратами, специальным оборудованием. На аппаратах искусственного вентилирования легких на сегодняшний день никто не находится. Это очень хорошо. То есть все проходят лечення, яке призначали лічащі врачі. Я перепрошую, ми продовжимо вашу промову. У нас є телефонний дзвінок. Наші телефонні дзвінки є першочерговими. Давайте, будь ласка, дізнаємося, з яким запитанням зателефонував наш глядач. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати, будь ласка? Мене звати Ольга Аркадівна, я проживаю на проспекті Маяковська, 8А. Ваше запитання, будь ласка. Часто обращаюсь в вашу програму. Мене інтересує вопрос РМ-сервісу. Каким образом нам нужно получить ответ на письмо, которое мы отправили 14 февраля этого года. У нас там очень много вопросов, и мы никак не можем конкретно получить ни на один из них ответ. Дело в том, что по нашим подсчетам РМ-сервис украл у нас практически около 20 000 гривен.
со статьи «Поточный ремонт». Мы не можем их теперь вернуть. Там, начиная с того, что в 2017 году просто от фонаря выставлено 3000 киловатт электроэнергии. Но они не узнали, что у нас бойлер не электрический, а механический. Вот. И нам просто приписали их. Вот за 3000 киловатт с нас сняли деньги, и до сих пор мы не можем ответ получить. Три года істікають в этом году. Потом я перепрошую, я так розумію, що у вашому листі у зверненні там описано все більш детально. Давайте дамо можливість. Там і токаль, там і так очень много вопросов. Давайте тоді просьба, по суті, коротенько. Просьба у телезрителя оставить контактний телефон, при возможності електронка. Ну, в принципі, навіть контактний телефон, я думаю, з понедельника відповідальні лица наберут, узнают, когда было, посмотрим по исходящему. Так. И не учитывая то, что там коронавирус, ограничение перемещений, при возможности, если есть электронка, на электронку будет предоставлена копия официально заверенного этого документа. Без вопросов. Так, там же за номером звернення, за листом. Посмотрим, и однозначно вы получите ответ. Если в случае ответ будет некорректный, и вы не согласитесь, я думаю, все-таки коронавирус у нас закончится, и мы тогда уже при встрече уже с работниками коммунального предприятия будем уже разбираться по этому вопросу. У нас, тепер я звертаюся до глядачів, програма тільки почалася. Радую те, що ви з нами спілкуєтесь, тож не зволікайте, телефонуйте та дописуйте. До речі, з'явилося одне запитання від Ніни. Вона каже нам: добрий день, добрий вечір вам. Кажуть, що на космосі наливайки як працювали, так і працюють. Чи можна це робити в період карантину? Мені здається, що там є питання. Ви знаєте, наливайки взагалі запрещені, тому ми определялися по даному направленню. У нас було совместне засідання правоохоронителей мерії, і було прийнято рішення, що жителі для того, щоб не йти по большому кругу, оставляють своє сообщення на 1580, ми це сообщення передаємо в поліцію. За якою адресою, де знаходиться? Да. Ну, учитывая, що є человеческий фактор со всіх сторон, даний процес ще контролюють общественні організації, які теж попутно беруть інформацію, контролюють, як правоохоронители рішають ці питання. Якщо можна, допишіть нам, будь ласка, вообще, за якою адресою, до речі. Эта болезнь должна искореняться не только на Ливайке. Вы посмотрите, что на сегодняшний день у нас происходит в городе при коронавирусе, при карантине, с незаконной торговлей, и люди не понимают, что этого делать нельзя. И, наверное, это недоработка законодательства, потому что те штрафы, которые предусмотрены за незаконную торговлю, они минимальные, никак не могут финансово повлиять на людей, которые нарушают законодательство. Мы неоднократно уже обращались в Киев для того, чтобы пересмотреть штрафные санкции как по направлению штрафа благоустрия, так и внести изменения в другие нормативные акты для увеличения штрафных санкций. Дякуємо за відповідь і дякуємо за запитання. До речі, якщо можна, уточніть, будь ласка, у своєму запитанні у Вайбері, у месенджері, за якою адресою саме вони працюють. Може, це допоможе. І про службу 1580 теж не забувайте. Тож, телефонуйте, чекаємо дзвінків. Ми з вами зупинилися на вашій розмові. Ви дали статистику по коронавірусу. Скажіть, будь ласка, саме з цієї причини ще було обіцяне підвищення заробітних платні саме медичним робітникам? Чи взагалі... Знаєте, це дуже велика проблема. Існується. Вона не просто існує, не тільки в місті Запоріжжя, але й во всіх містах. Було сказано, що... Учитывая, что медики находятся у нас на передовой, и по статистике у нас на сегодняшний день уже в городе порядка 37 человек работников медицины заразились этим вирусом, было обещано, что будут изысканы средства с госбюджета на повышение окладов до 300%. Однако на сегодняшний день мы не видим, что это выполняется. Поэтому на селекторной нараде с керівником офиса президента, с Ермаком, мэр Владимир Игоревич Буряк в первую очередь задал этот вопрос, в каком направлении двигаться и когда будет этот вопрос закрыт. По информации, что после
праздников травневых майских, этот вопрос будет закрыт не в плане обещаниями, а перечислением денежных средств. Будем ждать, смотреть и информировать всех сразу, как будут надходить субвенции по этому направлению. Но, крім коронавірусу, ще було започатковано саме цього року медична реформа. Як тут? Знаете, я не специалист в медицинской реформе, больше могу дать консультации, допустим, в строительстве, но то, что я вижу не как заступник мэра, а как просто житель города Запорожья, я смотрю, что медицина падает с космической скоростью, и я так понимаю, если в ближайшее время не будут приняты меры на уровне первых лиц государства, то мы потеряем полностью медицину. Все находится в плачевном состоянии. Та реформа, которая была предложена, она не перекрывает все затраты, которые будут нести медицинские учреждения. Допустим, есть сумма, которая предположительно выделяется на оплату этого заболевания, однако она не перекрывает даже на 70-80% тех затрат, которые будет нести больница по лечению какого-либо из заболеваний. То есть есть определенная сетка, согласно которой есть распределение по каждому заболеванию, сколько будет компенсироваться так называемых денег по этой реформе. Однако, я так думаю, в ближайшее время может привести к полному коллапсу медицинской отрасли. Добре, дякуємо за відповідь. І, до речі, хочу тут зорієнтувати наших глядачів. У месенджері не телефонують, а дописують, а телефонують за номерами, які вказані зараз у титрах окремо. Там є номери саме з студії. У месенджері, будь ласка, дописуйте, не телефонуйте. А у нас є телефонний дзвінок зараз на лінії. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Да. Як вас звати, будь ласка? Олександр. Пане Олександре, ваше запитання, так. В октябре этого года будет 4 года подряд, я сбрасываю заявку 1580 на обрезку сухой большой ветки на тополе. Тополя посажены еще в 71-72 году. Александр, адрес подскажите, пожалуйста. Адрес. Адрес. Улица Энтузиастов, дом номер 4. Рядом находится отделение Приватбанка. Очередь там стоит. Не дай бог, что случится. И на ваши балконы, на окна может упасть. Номер телефона контакта сможете свой продиктовать? Конечно. Да, подскажите, пожалуйста. 270. Еще раз. Будь ласка, телефон залишайте за межами ефіру редактору. Так буде краще, мабуть, щоб не видавати особисті дані. Та нічого. Я нікого нічого не нам зрозуміло, що там ситуація, що ви звертаєтесь, треба її з'ясувати. Залишайте, будь ласка, свої координати нашому редактору. З понеділенька з вами зв'яжуться, розглянемо дане заявлення і будемо приймати рішення. Добре, дякуємо за запитання. Взагалі, я так розумію, першочергові якісь аварійні ситуації, потім вже розглядаються всі звернення. Да, знаете, я не хотел бы повторяться, потому что это уже, наверное, доходит до смешного, и люди говорят, ну, естественно, будет отговорка, нет денег. Действительно, на сегодняшний день финансирование ограничено, максимальное количество средств бюджета будет направлено на медицину, на поддержку медицины, то есть на закупку медпрепаратов, на закупку средств защиты, оборудования. Впоследствии будем уже рассматривать вопросы проведения каких-либо ремонтных работ и так далее, и тому подобное. Но сегодня, на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что очень много предпринимателей закрылись, ограничены поступления в бюджет, поэтому средств на сегодняшний день недостаточно, однако аварийные вопросы мы будем закрывать. И на сегодняшний день заморожены, будем так говорить, большие проекты, большие стройки, однако текущие ремонты, мелкие ремонты, так называемые, в городе происходят. Город приводят в порядок, ремонтируется ямочным ремонтом дороги, приводятся управляющими компаниями подъезды в нормальное состояние. То есть, если это не видно, коммунальное хозяйство не остановилось на сегодняшний день, оно продолжает работать. И никто, никаких команд не давал, пользуясь коронавирусом, остановить какие-либо текущие или аварийные работы. Все эти работы выполняются в городе. Добре, за цією адресою 4 роки є звернення. Гадаємо, що це питання теж зрушиться з міста. До речі, про наливайки тут вже обіцяв в ефірі сказати, якщо буде адреса. Кажуть, що це про космос йде. Да, космос. Вулиця, мабуть, Комарова, наливайка з 3 літерами, тут вона називається, не буду казати в ефірі, Парамонова 11, Чумаченко 47, і кажуть, навіть на дверях написано
переучет, а вони працюють. Ну, саме за таким адресом, да, мы подготовим обращение в полицию национальную для того, чтобы они провели необходимые мероприятия по закрытию данных наливаек. Добре, ну що ж, продовжимо наше спілкування. Вже 15 хвилин минуло, ще попереду майже півгодини, тож телефонуйте, задавайте свої запитання. До речі, була презентована програма виходу з коронакризи, і вона більш спрямована на підтримку бізнесу. Що тут можете розповісти, на яку допомогу можна розраховувати запоріжцям? Да, городской голова Владимир Викторович Буряк поручил проработать вопрос, какими средствами, какими методами и в каком направлении мы могли бы двигаться для того, чтобы поддержать бизнес, который на сегодняшний день является бюджетообразующим. Это бизнес, который наполняет городской бюджет. Поэтому было предложено рассмотреть вопрос по, будем так говорить, не ограничению, а по уменьшению сроков по выплате единого налога, по аренде помещений, которые не более 300 квадратов. И, будем так говорить, эти вопросы рассматриваются, и, скорее всего, в ближайшее время будут приняты решения. Есть проблематика в том, что невозможно одним решением или волей это сделать. Есть нормативная база, есть, будем так, постановы, которые необходимо сначала эти документы, будем так, отработать, а впоследствии уже получим результат. По банковским установам мы обратились, чтобы банки рассмотрели возможность по возможности отсрочки процентов, кредитов и так далее, тому-то подобное в этом направлении. То есть мы занимаемся и в этом направлении для того, чтобы облегчить жизнь наших жителей, предпринимателей. Ну так, и я так думаю, сразу же будет вопрос по предпринимателям, а что же будет с рынками? Давайте перейдемо до цього запитання після телефонного дзвінка нашого глядача. Добрий вечір. Добрий вечір, будь ласка, як вас звати? Добрий вечір, мене звати Марія. Ваше запитання, пане Марія. Мене Марія звати. Є по бульвару Гвардійському вопрос. Ми вже були на прийомі у заместителя в РМБ-сервісі. Тече тримба в подъезде. Ну, мы уже обговаривали эти вопросы несколько раз. Вроде бы как запаяли, но все равно протекает. А бульвар Гвардейский, номер дома какой? 136. 136, да? Да. А можно будет квартиру или как-то, чтобы было, да, понимание? Да, над квартирой 107 и 110. Там получается 107 и 110, да? Да, 107 и 110. Да, да. Уже мы мастеру говорили, и после каждого дня звоним, потому что все равно течет. А, у вас течет не водопроводная труба, у вас течет труба, которая отводит ливневые воды с крыши. Да, правильно? Да, 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 с крыши, так, да. Дякуємо за запитання. І тут же, я так розумію, пряме звернення. Якщо є що прокоментувати, будь ласка, тут же звертаюся до нашого гостя. Ну, я думаю, коментарі після того, як рім-сервіс вийде і проработує цей вопрос. Так, я записав ці всі. Запитання прикладне, да. І саме за адресою треба з'ясовувати. Ми з вами прервалися на запитання саме нашої глядачки. І тут вже передчасно питання ринків пригадали. Дійсно, запоріжці, мабуть, турбує це питання. І тут зараз з'явилося багато поширеної інформації взагалі по роботі ринків в Україні. А в Запоріжжі як це буде проходити? Чи дійсно вони будуть відкриті? І якщо так, то за яких умов? Что касается ограничений, разрешений при коронавирусе, это выполняет не власть на местах, есть постановление Кабинета министров, согласно которому четко все территории выполняют ограничения. Согласно предыдущих постановлений Кабинета министров, все рынки были закрыты. На сегодняшний день появилось постановление Кабинета министров, которое дает право на открытие продуктовых и аграрных рынков в городах Украины. Однако, для того, чтобы эти рынки были открыты, есть четкий перечень требований, которыми должны руководствоваться руководители этих рынков при решении вопроса по открытию этих рынков. Создана специальная комиссия с полицией и с госпродслужбы, которая будет проверять
эти рынки перед открытием и контролировать работу этих рынков в процессе, там, в дальнейшем, начиная там, с 1 числа. И в случае установления каких-либо нарушений рынки однозначно будут закрываться. Что будет происходить в городе Запорожье? На сегодняшний день мы проанализировали ситуацию и видим, что из коммунальных рынков возможно открыть и обеспечить выполнение требований, это два коммунальных рынка. Это центральный и крытый. По другим рынкам коммунального направления такой возможности нет, потому что не выполняется требование там, не больше одного человека на 10 квадратных метров. Там четкие умовы. Так. Четкие умовы. По коммерческим рынкам порядка 30 рынков, возможно, попадают по квадратуре, однако этот вопрос будет принят после работы комиссии. Будет создан специальный реестр. Согласно этого реестра, руководители рынков получат разрешение и будут ежедневно контролироваться. Это продуктовые ситуации. Ті два ринки, про які, да, ви зараз говорите. Посмотрим, как это будет происходить. Постановление есть. Постановление надо выполнять кабинетом министров. Ну, мое мнение, если будет все обеспечено, тогда всплеска возможно избежать. Но учитывая менталитет наших людей, вот даже посмотрим по многим, не многим, а некоторым супермаркетам. Некоторые супермаркеты относятся к этому вопросу очень серьезно. Сделаны заградительные, будем так говорить, щиты, обеспечены моющими и антисептическими средствами. Количество, регулируется количество покупателей, а в некоторых торговых точках этим никто не занимается. На этих предпринимателей однозначно сразу составляются материалы. Посмотрим, что будет по рынкам. Однако надо соблюдать меры предосторожности и все равно, что... І соціальна дистанція, її ніхто не відміняв. Не забувайте, глядачі, про це. До речі, у нас є телефонний дзвінок. Давайте спробуємо дізнатися, про що йде мова. Добрий вечір. Здравствуйте. Як вас звати, будь ласка? Світлана Анатоліївна. Пані Світлано, ваше запитання. Моє запитання, у мене отець... Світлана Анатоліївна, да. У мене отцу 81 рік. Так. Получається, він отримав гривен. И тысяча, то что это, куда обратиться, пенсионные фонды не работают. У нас в Запорожье ходили люди, ну, отец ходил, их отсылают неизвестно куда. Так, я так розумію, проблема, що не було виплати. Світлана Анатоліївна, будьте добрі, оставте, пожалуйста, свой контакт. Будьте добрі, оставте, пожалуйста, свой контактний телефон і по вашому контактному телефону. Контактний телефон до за межами ефіру. Редактору, будь ласка, залишайте свій контактний номер. І ще раз, будь ласка, там з'ясуйте один з одним, в чому там насправді це питання полягає. Да, я так розумію, ну, більшість зараз служб працюють дистанційно. Якщо немає такої потреби, не ходіть, будь ласка, по службам, знаходьте якісь контакти, де можна там за допомогою телефону це зробити, щось інше. Здесь, скоріше всього, стоїть питання по поводу виплати 1000 гривень тим пенсіонерам, у яких пенсія менше... Так. Трех, по-моему, да, менее трех. И людям, которым пенсионный возраст более 80, 80 и более, там тоже предполагаются денежные выплаты. Поэтому, скорее всего, что какая-то выплата не дошла, и поэтому возникает у людей вопрос. Разберемся по этому вопросу и предоставим информацию. Добре, дякуємо за запитання. Так, у нас з'явилося ще кілька запитань у месенджері. І тут пані Оксана каже, за адресою Патріотична, 15, за обслуговування дома беруть 100 гривень з чоловіка, проживаючого в квартирі, но в самому домі нічого не робиться. Патріотична? Патріотична, 15. Двір в під'їзд жильці самі ставили, під'їзд ні разу не обрабатувався, куди обращатися і що робити? По поводу обработки подъезда сразу говорю. 1580, ежедневный контроль городским головой по каждому обращению касательно необработки подъездов в период коронавируса. По остальным надо будет смотреть по задолженностям. Опять же, некоторые жители у нас исправно платят за коммунальные услуги, и поэтому они должны получать в полном объеме услугу. Однако из, допустим, 100, не именно по этому адресу, а вот много случаев, из 100% оплат приходит менее 30. И вопрос,
Как можно что-либо в доме сделать, когда не собирают жители средства? То есть должен быть актив домовой или в ОСББ, и председатель ОСББ или руководитель актива должен доносить информацию, сколько все-таки денег на счету и что за эти деньги возможно сделать. Но поверьте мне, ни одна из управляющих компаний не хотела бы вредить своему имиджу и не хотела бы, чтобы к ним были так отрицательно настроены жители и делали бы все виды работ, которые бы пожелали жители. Но однако, если денег на счету у дома нет, тогда вопрос, за что делать? По поводу суммы за содержание. В каждом доме определена своя сумма. Есть определенный перечень услуг, которые, будем так говорить, возможно, могут получать жители. А есть в этом перечне обязательные 10 или 11, по-моему, которые обязательно надо выполнять. Поэтому, когда жители задают вопрос, почему у нас не убирается в подъезде, уважаемые жители, вы между собой должны определиться, в подъезде убираем или не убираем, но при этом должны понимать, что это будет плюсом к содержанию. Допустим, почему у нас нет влажной уборки там, раз в неделю, два раза? Все это управляющие компании вам могут предоставить, однако все это возрастает. Я с вами буду согласен на 100%, что непонятна и скрыта, наверное, информация, а почему квадратный метр влажной уборки стоит столько-то, почему, там, допустим, уборка дворника стоит столько-то. Это все это возможно получить. Есть у нас такое направление, как информационный запыт. Делается информационный запыт, и согласно действующему законодательству, заявитель должен получить в полном об'ємі всю інформацію касательно своєго вопроса. Тобто ми кажемо, що на питання, куди звертатися, треба звертатися до керуючої компанії. Все, что касается аварийного, это 1580. Все остальные вопросы или к председателю ОСББ, или к руководителю управляющей компании. Если руководитель управляющей компании не принимает никаких действий, пожалуйста, ну, не затруднит, наверное, набрать 1580 и сказать, что руководитель управляющей компании по вопросу такому-то на протяжении длительного периода времени не предпринимает никаких условий. А мы уже будем разбираться. Это вина управляющей компании или это вина работников управляющей компании, которые не могли прийти в дом и объяснить жителям нормально. Смотрите, у вас задолженность такая-то, выполнить мы это не можем. То есть, ну, наверное, многие, будем так говорить, работники управляющих компаний, наверное, закрываются так называемым в своем домике, не хотят общаться с жителем. Но они не должны забывать, что жители платят, и с этого формируется ихняя зарплата, развитие ихнего, будем так, ихней управляющей компании. Ця історія двостороння. Ми знову кажемо глядачам, що для вирішення будь-якого питання треба діалог. І якщо є діалог, тоді є вирішення або інші шляхи розвитку тієї чи іншої ситуації. Смотрите, чтобы было понимание, мэр, замы, мы занимаем сторону жителей города Запорожья. Однако есть юридические аспекты, в которых надо, чтобы разбирались юристы. Но невозможно, допустим, командным решением сказать, так, управляющая компания, вы должны там сделать капитальный ремонт дома при условии, что жители не хотят платить. Есть очень много программ, софинансов, депутатские деньги. То есть надо заниматься этим вопросом. Под лежачий камень вода никак не пойдет. Для того, чтобы принять решение, будем софинансировать, ну, по крайней мере, не я должен принимать, а жители должны понимать, что это есть какая-то ответственность, что это есть какая-то будет нагрузка. Согласны они на это, не согласны. Мы на стороне жителей и максимально пытаемся помочь жителям. Лифты, аварийная служба. Вот аварийная служба, как бы там кто ни рассказывал, на сегодняшний день она работает за бесплатно. Жители не платят, и независимости это коммунальное здание, ОСББ или иная какая-то форма властности жилого дома. Выполняют свои функции. То есть они выполняют свои функции, и это очень здорово и нормально. Добре, переходимо до запитання нашого глядача. Є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати, будь ласка? Мене звуть, я на русском языке. Мене зовут Тетяна Олександровна, я председатель ОСББ з Вінігородська 22. Так. Меня интересует программа по замене лифтов. Мэр города говорил, что лифты будут меняться по специальной программе. Существует ли сейчас эта программа? Нашим лифтам уже более 35 лет, мы провели экспертную оценку лифтов, но лифты вот-вот остановятся, и мы просто не в состоянии сами их отремонтировать. Будет ли какая-нибудь поддержка для ОСББ, и как будет решаться этот вопрос? Дякуем за запитание. Татьяна Александровна, Алексеевна, по поводу того, что заявлял городской голова. Вы понимаете, но и раз трактуется неправильно то, что выходит информация. Первоочередным было заявление о том, что программа прошлого года должна быть выполнена в полном объеме.
Почему-то кто-то как-то преподнес, что было озвучено, что все лифты, там, я не буду сейчас точно говорить, там, или 40, или сколько, должны полностью в этом году быть заменены. Нет, такого вопроса никто не поднимал. Была поставлена задача закончить то, что было сделано в следующем году. И опять же, давайте мы вернемся к этому вопросу. Да, лифты — это, во-первых, будем так говорить, опасный объект, на котором зависит жизнь людей, травматизм, плюс есть люди с ограниченными возможностями, у которых нет возможности подняться там, на 4-й, на 5-й, на 8-й этаж. Дежурные службы работают, лифтами будем заниматься. Однако по поводу каких-либо капитальных ремонтов и всего остального будем возвращаться, будем так говорить, после окончания коронавируса. Это не отговорка, реально в бюджете очень большая дырка, будем так говорить. На сегодняшний день, где брать деньги и как это перекрываться, у нас есть понимание, но есть бюрократическая волокита, согласование. Когда мы все сделаем, закроем вопрос медицины, тогда мы вернемся к рассмотрению вопроса вот, жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас мы работаем устранение аварийных ситуаций, и если объект был запущен в реконструкцию, в КАП, и процент выполнения не менее 80-90%, естественно, этот объект надо будет... Завершен. Должно быть окончание этого объекта. Опять же, все направления приостановлены. На сегодняшний день проходят работы на Калибровое 2, мостовой переход, потому что это стратегически, будем так, артерия, через которую двигается транзитный транспорт. И практически уже на завершении Правобережный пляж, потому что там процентов 80 уже выполнены работы. На остальных объектах работы никто не проводит. На тех объектах, где выполняются работы, это подрядчик делает за свои оборотные средства, и он прекрасно понимает, что ни в мае, ни в июне, ни в августе, ни в сентябре денег он за эти работы не получит. Давайте перейдемо до наступного запитання. Є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Там є тут невелика затримка у нас. Добрий вечір. Будь ласка, як вас звати і ваше запитання? Валентина Петровна мене зовут. Валентина Петровна мене зовут. Запитання ваше, будь ласка. Мені вопрос, пожалуйста. Помогите мені отримати пенсію, недополученную після смерті сестри. Потому что я обращалась в пенсионный фонд, мне сказали, что нужна справка о совместном господарювании. А такой справки никто не дает. Обращалась в наше место, не дают. Обращалась в районный райсовет, не дают. Опять им отправили, письмо пришло, обращайтесь в пенсионный фонд. Вот так по кругу хожу, а 6 мая заканчивается срок полгода сестры. Добре. Валентина Петровна, оставьте, пожалуйста, свои контактные данные. Телефон оставьте, пожалуйста, оператор. Так, так, уже залишили редактору контактні номери. Таку справку треба з'ясувати, таку довідку, перепрошую. Ну, я не готов сейчас ответить на этот вопрос, надо проработать с социальными службами, что подскажут по этому вопросу. По транспорту у нас запитання з'явилося від пані Олени. Очень большая проблема уехать с Запорожья 1 в сторону космоса, пишет наша глядачка. 31 маршрут не ездит вообще, 46 днем не ездит, а 20 маршрут с Песков не заезжает на вокзал, чтобы забрать людей возле АТБ на космос. Люди стоят по часу и больше не садятся в трамвай, а потом садятся на трамвай до остановки автовокзал, чтобы пересесть на транспорт, который едет на остановку техникум. Мается на вазе как раз получение, как Запорожье. У меня встречный вопрос. А в обед цель передвижения? Чтобы было понимание, транспорт в городе Запорожье работает согласно постановке Кабинета министров. И это транспорт, который обеспечивает доставку категории людей, которые задействованы в производстве, в медицине и иных сфер, согласно справок, документов, что это люди не перемещаются ни в гости, ни по каким делам, а именно следуют утром на работу и вечером с работы. Это основная задача для транспорта, обеспечение доставки людей на работу. Да, на сегодняшний день есть вопрос по транспорту. Этот вопрос, будем так говорить, связан с тем, что есть требования
к этому транспорту с точки зрения санитарных. Поэтому есть автобусы, которые возможно эксплуатировать, есть автобусы, которые невозможно эксплуатировать. Есть маршруты, которые перекрывались большими автобусами, и они подпадают под, будем так, требования санитарные. Есть маршруты, на которые ходят малые автобусы. Маршрутных такси у нас в городе нет. У нас есть автобусы малого класса. И вот на тех маршрутах, где раньше работали, будем так говорить, маршруты малого класса, с целью безопасности наших жителей перевозчики принимают решение об уменьшении движения вот этого транспорта, для того, чтобы обезопасить, во-первых, водителей, а в первую очередь обезопасить пассажиров. Ну, здесь надо выбирать. Или некомфортное добирание, доезд до какого-то объекта, или, будем так говорить, сплюнем, заболевание коронавирусом. Каждый должен для себя определить, что важнее. Ну и опять же, я советую находиться дома. Потому что вспышки, которые сегодня показывают, это отголоски всех мероприятий праздничных, пасхальных. Ну не все ж, допустим, на Пасху находились дома. Где-то кто-то куда-то поехал, кто-то где-то пошел. Вы должны прекрасно, жители, понимать, что в большей степени безопасность ваша зависит не от медицины, а от изоляции, чтобы не было контактов, для того, чтобы оградить распространение. Потому что вот по общежитию начали разбираться, ну, некоторые жители даже поначалу не хотели давать информацию о том, с кем они общались. Некоторые жители даже пытались отказаться от проведения тестов на коронавирус. Ну, то есть надо с пониманием отнестись к данной ситуации и не играться с такими серьезными вещами. Мы не должны забывать о том, что есть группа риска. Это пенсионеры, это люди с определенными заболеваниями. У нас есть дети, которые не ограждены, и поэтому человек, находясь в каком-то обществе, где-то кто-то чихнул, где-то кто-то за ручку, большая часть передается коронавирусом, это контактным способом. Кто-то где-то повстречался, кто-то с кем-то пообнимался, кто-то где-то что-то взял и перенес. Последствия никто не может прогнозировать, как будет протекать заболевание. Добре, давайте перейдемо ще до одного запитання. Добрий вечір. Алло, я Наталія. Я ожидаю. Так, будь ласка, ми вас вже чуємо, ви у ефірі. Будь ласка, ваше запитання. Алло, алло. Алло. Ваше запитання, будь ласка. Мене звати Ірина Ніколаївна, Василя Сергієнка, 16А. Так. Внутріквартальна дорога. Будуть ли виділятися дітки на внутріквартальній дорогі? У нас дуже аварійна внутріквартальна дорога. Райисполком обіцяв весною обов'язково. Добре, дякуємо за запитання. Взагалі, ви знаєте, якщо б райисполком пообіцяв, що через 2 тижні у нас закінчиться коронавірус, і не необхідно буде не укомплектовувати далі лікарні, поліклініки і не закупати средства, звісно, внутріквартальна дорога була б зроблена. Я вам хочу сказати по поводу внутріквартальок. Це не тільки Сергієнка касається, а касається всього міста. На сьогоднішній день, якщо где-то как-то по дорогам общего пользования, я не хотів би сказати, що вони в отличному стані, але вони у нас проїзні. В основные улицы, вы видите, что ремонтируются. Что касается внутриквартальных, они находятся в ужасном состоянии. И количество внутриквартальных дорог, можем так сказать, не хватит 2 бюджетов города Запорожья для того, чтобы сразу их сделать. Поэтому было принято еще 3 года назад, что каждый год на внутриквартальке выделяются средства там порядка 30, потом 40. И в этом году порядка 50 миллионов планировалось. Были составлены графики, были составлены, будем так говорить, адреса, на которых планировалось в 2020 году сделать внутриквартальку. Мы от этого графика, от этих адресов не отказываемся. Опять же, после прохождения пандемии, коронавируса, мы будем смотреть, сколько у нас осталось денег, и однозначно мы будем выполнять эти ремонтные работы. Надо потерпеть месяц-полтора, и тогда мы точно сможем сказать, где мы что действительно сделаем на 100%, а где-то придется заморозиться. Вопрос внутриквартальок находится на контроле городского головы. Я думаю, при первых возможностях выполнения каких-либо строительных работ, это будет направление ДЖКХ, ремонт канализации, водопроводов, отопление, и вторым вопросом однозначно будет у нас ремонт внутриквартальных дорог.
Ще одне запитання у нас у програмі. Добрий вечір, кажемо наступному глядачу. Як вас звати? Добрий день, Валерія Олеговна. Дуже приємно. Запитання, будь ласка, ваше ставте. Добрий день, Валерія Олеговна. Проспект Соборний, 81, 9 під'їзд. У мене три питання. З ноября місяця обращалась в управляющую компанию «Место для людей». У нас проблема. Это сточный желоб, не хватает части, и стенка уже вся в плесени. Так, так. Второй вопрос. Застекление чердачного окна, потому что течет после дождя и заливает потолок. И третий. Это бывшая у нас была организация «Люза», делала ремонт и бросила нам под окна мусор. Третій год ніхто не хоче нічого убирати. Кому можна обратитися? Дякуємо за запитання. Їх було декілька. Я перепрошую, хочу одразу гостю сказати, у нас залишається 4 хвилини. Це таке вже бліц відповіді зараз у нас будуть, якщо можна. Бліц відповіді не... дуже обширні запитання. Да. І не начнем з третього вопроса. У мене вопрос. Эта фирма, которая выполняла ремонт, она сейчас там находится на месте или не находится? Если эта фирма не находится на месте, то возможно обратиться в инспекцию по благоустрою совместно с жителями. Мы организуем выезд и привлечем эту компанию. Вернее, сначала сделаем предписание на уборку мусора. Если предприятие не услышит, мы примем к ним штрафные санкции. По второму и по третьему вопросу, у меня вопрос, а были ли прямые обращения в МДЛ и какие были ответы? Я в понедельник обязательно эту информацию доведу до МДЛ. Я так понимаю, заявитель номер телефона оставил же оператору, и свяжутся, и отработаем этот вопрос. Опять же, вопрос платежей и наличия на счету у дома денег для проведения этих всех ремонтных работ. Ну, ничего не берется с воздуха. Сколько денег получили, столько денег и вырабатывается на объект. Если их денег нет, ну, они ж не возьмутся ниоткуда. Мы ушли от ЖЭКов, мы ушли от того, что кто-то как-то где-то за какие-то деньги, что кто-то что-то делал. Сейчас как жильцы платят, такой будет и результат в доме. Однозначно, есть очень много нареканий на управляющие компании, на выполнение работ, но мы уже неоднократно заявляли, что если управляющая компания не подходит жителям, жители имеют право собрать собрание, независимо, ОСББ это или не ОСББ, и в ОСББ есть управляющие компании, и принять решение 50+1, отказаться от этой управляющей компании и перейти в другую управляющую компанию. Но при этом я советую разобраться с долгами как со стороны жителей, так со стороны управляющей компании, чтобы потом в судах не было никаких непонятных ситуаций, и жители не пострадали в плане того, что кто-то в доме не платил и не считал нужным это делать. Опять же, мы возвращаемся к вопросу, надо общаться даже на удаленном доступе. Где-то как-то кто-то, наверное, с чиновников и с работников коммунальных предприятий реагирует неправильно. Доводите эту информацию, будем разбираться с каждым работником, потому что все должны работать на результат города Запорожья, на результат жителей. Мы понимаем, что очень много проблем, и как бы там кто нас не критиковал, мы работаем, мы делаем, и все равно намного лучше становится. Чтобы было это еще лучше видно, ну, должен каждый посмотреть, а что он делает хорошего, что он делает плохого. Как бы оно ни было коронавирус, вы посмотрите, в городе стало намного чище. Это потому, что, наверное, меньше стало людей сорить, хотя у нас и урны, и убирается город. Ми ще багато навчимося від цієї ситуації, насправді. Що ж, хочу подякувати всім глядачам. На жаль, ми не встигли всі запитання озвучити у програмі. Деякі спробуємо обов'язково задати вже наступного тижня, коли з'явиться ще чергове по місту. А сьогодні Володимир Волобуєв, заступник міського голови, був в наших гостях. Дякую вам всім за змістові відповіді. Здоров'я і треба вдома на праздниках знаходитися. Це гарна рекомендація, тож бажаємо всім здоров'я, бережіть один одного, будьте на святах вдома і гадаємо, що всі ми з вами переживемо і ці часи. Залишайтеся з телеканалом Z, щоб не нудьгувати, ну і на все добре, бувайте.